Всем привет, мы играем в Far Cry. Короче, это будет продолжение Far Cry. Да, кто не помнит, это продолжение Far Cry. Вот, короче, ребята. Это продолжение Far Cry, иначе классно будет. Короче, вот туда пошли. Нифига себе. Такое местечко. Но это аптечка вроде бы, я не прав? Да. Здесь станция Девивира делают. Короче, не важно. Будем смотреть, что внутри эсив, короче. Будет интересно. Так обычно мы знаем, куда нажимать. Вот сюда. Вот. Пойдем за стеной. Оно не работает. Жалко. Так, как это? Так. Где мы, короче? Давай посмотрим, так внутрь пробраться. Включаем. Короче, ребята, мы вот заходим, что-то попытаемся. Не работает. Ну-ка себе есть этаж вверх. Ладно, я, ребята, найду, куда нужно зайти. Так, ребята, мы что, приземляемся? Ой-ой, я забыл, что... Вот, блинский, профукал. Мне попытку номер два надо попытаться сделать. Уж что я ничего не видел. Ну? Все, я вот уже быстренько сделали, полетели. Так, куда мы летим? А вот туда. Ребята, мы, короче, вот туда летим, прямо туда, в этот городочек. Летим. Летим, летим, летим. На паровозике летим. Так, ребята, мы уже здесь, наша пускаса. Так, мы, ребята, уже сбрасываемся. Все, мы здесь. Сейчас будем пытаться... Вот, короче. Так. А что, здесь место? Чего? Ладно, ребята, что будет здесь? Так, нужно зайти туда. Походу, туда нельзя. Вот. Есть место, Кась? Да, есть. Только невозможно туда пробраться. Жаль. Да нельзя пробраться. Оно не работает. Ладно. Отложим эту работу. Я, короче, сейчас это отрублю, блин. Все, я отрубил. И вот, ой, акула, ну нафиг, не, если факулу. А меня так съедят, да я даже стану какашкой. Значит, надо срочно сваливать от них. Быстрее как-то. Я сейчас залезу, фух. Наконец-таки. Сбежали. А сейчас надо идти куда-то, ребята. Так. Ладно. Короче, ребята, вот. Сейчас посмотрим баг. Иначе мы постреляем, у нас закончится. И посмотрим, до нас пуль вернулся дым. Так. Нет, не разрежу. Ребята, короче, если пули не знаю, так говорить. Ну, короче, классно. Ладно, ребята, пошли, короче. Че? Посмотрим, куда можно идти. Так, ребята.
Вот, блински. Нифига себе такая у них база. А у нас так, у нас есть какая-то большая база? Вот. Ладно, сейчас посмотрим, у нас есть большая база или нет. Надеюсь, да, да. Потому что эта база самая наша. Так, ребята, мы здесь. Короче, я ищу, где эти чуваки. Ладно, будем искать. Она итальянскую. Хала маля чукапелла. Ладно, пойдем мы, чуваки. О, ядерная бомба. Сейчас зарядим пушку и стрельнем. Чик-чик. Ладно, еще посмотрим, как будет бабах. Ребята, смотрите. Я сейчас посмотрю, что это базуки, ребята. Чё? Так. А, здесь ракета, ребята. Это и есть обычная ракета. А вот здесь что? Так. Так. Ладно, ребята, мы сейчас попытаемся. Все, врубаю. Врубаю нашу читы. Не понял. Ладно. Мы кидали что-то. Я не прав. Вот, все. А, вот здесь продолжение. Здесь такая, так у танка. А, точно, это же обычное поле. Только это уже большая пуля, мне кажется. Ладно, плевать. У нас даже такая пуля есть, вроде бы. А что, у нас же другая была. У нас, вы, ребята, видели? Там не было это. Это другая была ракета. Кто не знал. Так. Классный взрыв. Но тебе, мне кажется, что-то не хватает. Так. Так. Блин, где это? Может, это? Ой, я придумал. Смотрите, это же будет ядерный взрыв. Ну как это здесь? Так. А, точно, вот так. Так, вот здесь есть ядерный взрыв. Оставляем. Не, ну вивера не, ребята, больше. А если оно будет хорошо есть в игре, значит поставим сюда вивер. Я и прав? Наверное, да. Ну стоп, а как это поставить? Все. Поставили, эти ножи меняй под город. Вот. А вы че? Это самое... Я понимаю, это лучше. Только надо было танк убрать. Так. Вот сюда. Вот сюда где-то поставим. Самолёт. Короче, танк улетел. Не понял. Это же танк бракованный, что ли, был? А кто? Я помню, где здесь был сарай. Ой-ой-ой. Поломка в Абале случилась. Ребята, ее... Так, надо срочно спасать планшет. И случился аварий Чернобыльская в Абале.
Ой, я уже расплюшился, ребята, здесь где-то. Вот блински. Ладно, ребята, пошли за следующим. Так. Ой. Ладно. Пушечка. Моя вкусная пушечка. Ту-ту-ту. Блин, у меня пушка не работает. А, вот, всё, убили. Где это? Ладно, ребята, с вами я был Натаней. Надеюсь, вам понравилась вторая часть моды этого Far Cry 6. И всем пока!